В Ростовской-на-Дону епархии ежегодно действуют православные лагеря летнего отдыха. Один из них для будущих защитников Отечества организует православный центр военно-патриотической подготовки «Пересвет». Благодаря центру ведется активная работа по внедрению системы обучения русских воинов. Проводятся военные сборы допризывной молодежи, пропагандируется здоровый образ жизни и беззаветное служение отчизне. О занятиях молодых людей в лагере и их подготовке подробнее расскажут журналисты епархиальной телестудии «Дон Православный». Сегодня у ребят выездные занятия. Проходят тренировки по рукопашному бою, отрабатываются боевые схемы, работают в группах по 4 и 5 человек. Алексеевский лес в Куйбышевском районе. Где-то здесь, в Великую Отечественную, шли ожесточенные бои с германско-фашистскими захватчиками. У нас есть принцип «духовность». Духовная, физическая, интеллектуальная составляющая. То есть три единые силы. Без веры быть ничего не может. Без веры только наемника можно воспитать. А мы воспитываем защитников Отечества. За время своего существования через Православный центр военно-патриотической подготовки молодежи в городе Таганрог «Пересвет» прошло уже порядка 1500 молодых людей. Здесь их научили уважать родную культуру и историю. Здесь они получили начальную подготовку к службе в рядах Вооруженных сил России. Можно сказать, что основная деятельность центра направлена на формирование четких духовно-нравственных ориентиров у молодежи. И наши ребята понимают, куда им двигаться, у них есть цель в жизни. Они знают, что такое грех, что такое добродетель. Они умеют каяться и знают, что их сила в единстве с Богом и с Церковью. И кульминацией всякого духовного пути человека, конечно, является причастие святых тайн Христовых. Поэтому для наших воспитанников самым главным моментом в этом смысле является божественная литургия и причащение святых таинств. «Пересвет» – это коллектив единомышленников, но одновременно и больше – это военно-патриотическая организация. В центре «Пересвет» создана военная система подчинения от старшего к младшему по чину и занимаемой должности. Но все будущие бойцы здесь – самые настоящие друзья. На небе, на суше, в горах и лесах летучие мыши внушают всем страх. Живучи, как лягушки, не пропадем нигде. Задачи выполняем на суше и воде. И пусть будет трудно, но верится. Пока мы дышим, надеемся. Выпускники «Пересвета» попадают в элитные подразделения ГРУ и спецназа и даже в престижный президентский полк. Между Таганрогским благочинием Ростовской-на-Дону епархии и отделом военного комиссариата Ростовской области по городу Таганрогу подписано соглашение. Почти с самого начала своего существования центр активно сотрудничает с казаками. Проводятся совместные соревнования по физической подготовке и рукопашному бою. Ребята участвуют в военных парадах, молодежных казачьих съездах и конференциях, проводят показательные выступления по армейскому рукопашному бою. Наша задача – воспитать дух воина таким образом, чтобы воин осуществлял свое христианское призвание и, идя на службу, понимал, что ему, может быть, придется положить душу свою за ближних своих и таким образом воплотить тот евангельский идеал, который предначертан Господом нашим Иисусом Христом. Молодым бойцам в лесу предстоит еще целая походная неделя. До обеда группы работают над тактикой боя, а после переключаются на страйкбол. Одна группа уходит в лес, вторая группа организует поиск, встречный бой и преследование. Закрытие этой сессии ожидается 20 июля.